хотите классный секрет? Алахамора! На восьмом этаже есть тайная лавочка. Ее держит Фред Шерстон. Только я вам об этом ничего не говорила. Вы же знаете, у меня много дел. Нам надо поскорее заглянуть к Фреду с Джорджем. Держите волшебные палочки наготове. Этот паскудный полтергейст Пипс пользуется шариками-вонючками. Надо быть начеку. Отвали! Ты что, не видишь, что я слизеринец? Отвали, Поттер! Драко сказал, что нам, слизеринцам, не следует с тобой разговаривать. Люма! Алахамора! Алахамора! Фред еще ждет нас? Тогда давайте побыстрее доберемся до его лавочки. Похоже, здесь заперто. Депульсо! 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 Ага, это Поттер и его гриффиндорские приятели. Ничего, в этом году Слизерин обыграет вас. Депульсо! 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 Похоже, сюда нам стоит зайти попозже. Рон, ты хочешь еще раз выполнить практикум по карпе-ретракту? Я только что начала свою коллекцию карточек. Хочу сперва собрать всех знаменитых ведьм. Гарри, пожелай мне удачи. Я иду выполнять практикум по карпоретрактам и хочу собрать все 10 щитов. Не терпится попасть в призовую комнату. Депульсо! Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. Отлично, договорились. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Беатрис Блоксем, 1794-1810. Автор серии детских книжек «Сказки дядюшки Мухомора». Впоследствии эта серия была запрещена из-за того, что вызывала у детей тошноту и рвоту. Алахамора! Привет, Гарри! Я слыхал, в подземелье в этом году есть просто потрясные Депульсо! Секреты! Я как раз туда собираюсь! Депульсо! 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 Люмо! Депульсо! Депульсо! Вспомни пар! Алахамора! Тебе нравится?
собирать карты. Депульсо! Они спрятаны повсюду. Депульсо! Юмо! Гарри Поттер! Драко сказал, что нам, слизеринцам, не следует с тобой разговаривать. Алакамора! Депульсо! Депульсо! Некогда. Хочу еще раз выполнить практикум по карпе-ретрактум. Если повезет, смогу посетить призовую комнату. Профессор МакГонагал! Профессор Дамблдор! Гарри, я рад, что тебе уже лучше. Спасибо, профессор. Возможно, вы уже знаете. Сюда, в Хогвартс, по приказу Министерства магии, прибыли дементоры Азкабана. Я уверен, что Сириус Блэк и близко не подойдет к Хогвартсу, пока тут ошиваются дементоры. Ладно, ребята, Джордж ждет нас в лавке. Идите за мной. Фортуна, майор! Депульсо! 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 Спомни, Фай! Думаю, нам стоит... Вы же знаете, у меня много дел. Нам надо поскорее заглянуть к Фреду с Джорджем. Фортуна, майор! Депульсо! Встретимся попозже. Я вспомнила, что мне нужно встретиться с профессором МакГонагал. Нужно кое-что обсудить. Интересно, в чем дело? Привет, Гарри. Добро пожаловать в нашу лавочку. Ух ты! Только посмотрите на все эти штуки! Просто подойди к любому предмету, который тебе понравится. Мы тебе скажем, что это такое и сколько оно стоит. Это очень ценная карточка. На самом-то деле, мне вовсе не хочется с ней расставаться. Звучит неплохо. Ладно, беру. Я и не знал, что у нас есть такое. Гарри, это ужасно редкая штука. Очень, очень редкая. Отлично, договорились. О, это отличная коллекционная карточка. Отлично, договорились. У меня такая штука, только одна. Классная карточка. О, я это беру. Вообще-то нам не стоило бы продавать ее так дешево. Это отличная карточка. Звучит неплохо. Ладно, беру. Ха, боюсь, на эту покупку у тебя не хватит тыквенного печенья. Мне некогда. Я иду к Фреду с Джорджем. У них только что появилась в продаже новая партия коллекционных карточек. Грогенстам. 1770-1884. Знаменитый министр магии. Занимал этот пост с 1811 года. Геспер Старки. 1881-1973. Ведьма, изучавшая влияние фаз Луны на волшебные свойства зелий. Гюнхильда из Горсмура. 1556-1639. Одноглазая горбатая ведьма. Открыла лекарство от драконьей оспы. Яркополс.
Большая оранжевая улитка с ядовитой раковиной. За нее можно браться только в защитных перчатках. Горный тролль часто встречается в гористой местности. Очень силен, но глуп. Пытается стукнуть дубинкой всякого, кто проходит мимо. Знаешь, если тебе нужны коллекционные карточки, ищи их в тайных комнатах. Гарри, мы всегда будем тебе рады. О, нет, Пивз. Бедненькие Поти и Визгли. У них нету парольчиков, они не могут пройти по тайному ходику. О, глядите, а парольчик-то у меня. Давай, Рон, нам нужен этот свиток. Отлично! Давай-ка вместе как следует проучим этот паршивый полтергейст. Ректусемпра! 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 Мерзкий Визгли, вы еще пожалеете. Пароль у нас! Пойдем. У нас пароли только для верхних этажей. Думаю, да. Так мы вернемся в боковую комнату. Звездный свет. Совсем скоро начнется урок по уходу за волшебными существами. И в этом году занятие ведет Хагрид. А кто-нибудь в курсе, куда нам нужно идти? Этот урок будет проходить рядом с загоном. Вы на урок по уходу за волшебными существами? И я тоже. Невилл, это же здорово! Пойдем туда вместе. Идем со мной. Этот урок будет проходить в загоне. Нам сюда. Депульсо! 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 Алахамора! 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 Келпи обитает в ручьях и реках. Опускается на колени, приглашая прохожих прокатиться на своей спине. Тех, кто на него сядет, утаскивает под воду и пытается сожрать. Тритон двухконечный. Много плавает, любит водоросли. Экземпляр такого тритона можно приобрести в волшебном зверинце в Косом переулке. Эй, Гарри, иди сюда. Депульсо! Гарри, пора идти в загон к гиппогрифу. Проводим туда Невилла. Депульсо! Депульсо! Спонгифай! Спонгифай! Эй, Гарри! Депульсо!
пульсо! Де пульсо! Де пульсо! Де пульсо! Де пульсо! Гарри, а сколько карточек в твоей коллекции? У меня уже есть все волшебницы и волшебники. Депульсо! Эй, ребята, вы на урок по уходу за волшебными существами или просто гуляете? Если гуляете, лучше идите в парк, там много интересного. Депульсо! Я слышала, там у леса какой-то староста предлагает коллекционные карточки всякому, кто сумеет избавиться от этих гадких пикси. Гарри, кажется, нужна твоя помощь там, рядом с лесом. Там целая стая пикси. Феникс – благородное создание. Живет бесконечно долго, поскольку способен восставать из пепла. Пение Феникса волшебно, а его слезы обладают целительными свойствами. Гарри, а сколько карточек в твоей коллекции? У меня уже есть все волшебницы и волшебники. Спонги фа! Жаба пурпурная гигантская. Питается дохлыми мухами и прочими насекомыми. Обладает длинным зеленым языком. Напоминающий крупную собаку. Одиночные особи и стаи этих существ водятся в запретном лесу. Депульсо! 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 Гарри! Пройдите в эти ворота, и вы попадете на урок. Похоже, тут целое нашествие пикси. Как разделаетесь с пикси, идите по этой дороге. Там будет урок по уходу за волшебными существами. Выбирай, Гарри. Можно просто так побродить, а можно пойти на урок вместе с Невиллом.
Гарри, пора идти в загон Гриффа. Ну и проводим дела. Туда Невилла. Эй, отстань от меня. У нас тут нашествие Пикси. Чем мы можем помочь? Заколдуйте колодец, и эта стая тут же всполошится. Чтобы от них избавиться, вам нужно действовать всем вместе. Если с первой попытки со всеми Пикси справиться не удастся, можно попробовать еще раз и еще раз, а в общем, сколько потребуется. За каждую победу в награду положена карточка. Если прогоните из колодца всех Пикси, получите все 5 карточек из набора. Но это дело непростое. Нам пора на урок! Рикту-сэмпра! 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 Великолепно! Мы получим целых 5 карточек, если сумеем прогнать всех Пикси. Депульса! Депульса! Рикту-сэмпра! 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 Мы им Рикту-сэмпра! Депульсо! Депульсо! Рикту-сэмпра! 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 Ребята, это было просто прекрасно! Депульса! Рикту-сэмпра! 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 Отлично, Рон! Гермиона, и ты просто молодчина! Между прочим, нас ждет Невилл. Похоже, скоро нам надо будет двигаться на урок. Депульсо! Рикту-сэмпра! 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 Рикту-сэмпра!
Получилось! Так тебе, вали отсюда! Скатерти дорожка! Вот это было круто! Бран кровожадный, средневековье. Жил в замке на вершине заколдованного бобового стебля. По-видимому, любил есть хлеб из молотых костей и запивать его кровью англичан. Убит мальчиком по имени Джек. Циклоп, древняя Греция. Одноглазый великан. Жил в пещере у подножья горы Этна. Убит греческим героем Одиссеем. Голиаф. Библейские времена. Великан-наемник. Выступал на стороне филистимлян в их войне с израильтянами. Убит неким юношей из Пращи. Морхольд. Раннее средневековье. Великан, брат короля Ирландии. Защищая свою жизнь, ранил кельтского героя Тристана отравленным мечом. Хенгист. Из Верхнего Барнтона. 15 век. Великан. Убит прославленным истребителем великанов Гиффордом Алертоном. Это что такое? Надеюсь, Хагрид не заставит нас трогать эту мерзопакость. Добро пожаловать на урок по уходу за волшебными существами. В этом семестре вас учу я. Знакомьтесь, это Клювокрыл. Он гиппогриф. Сегодня вы поучитесь, как на нем ездить. Гарри, подойди сюда. Иди, поклонись Клювику. Чтобы я кланялся этой мерзкой твари, не дождешься. Привет, Клювокрыл. Хороший гиппогриф. Хотите набрать много очков? Пролетайте сквозь мышиные стаи. Будешь готов, щелкнешь правой кнопкой мыши. Вот клювик и взлетит. Молодец, Клювокрыл! Карточка. Вот молодец ты, Гарри. Захочете еще полетать? Идите обратно в загон. Это самое, вам нужно совершить 5 полетов, да. И за каждый получите по одной карточке. Вот. Эй, ты урод! Ты ведь совсем не опасен, так? Помогите, я умираю! Он меня убил! Эй, не помирай, слышь ты? Ты думаешь, с ним все будет в порядке? Конечно! Мадам Помфри залечит порезы за пару секунд. Малфой наверняка воспользуется этой ситуацией. Гарри очень волновался за Хагрида. А теперь, когда Малфой принялся корчить из себя тяжелобольного, Гарри начал беспокоиться еще и за Клювокрыла. Кстати, а куда подевалась Гермиона? Нам уже пора на урок трансфигурации. Вы готовы к уроку? Эй, с тобой все в порядке? Что случилось?
Просто немножечко устала. Вот и все. Нам пора на второй этаж, или мы опоздаем на урок трансфигурации. На второй этаж мы можем попасть с помощью портрета. А еще можно пройти по лестнице. Выбирай, Гарри. Второй этаж, урок трансфигурации. Джоселин Уэткок родился в 1911 году. Охотник сборной Падлмера по квиддичу. Установил рекорд века по количеству голов, забитых за один матч. Сборная Падлмера Нитепари Норфолка. 1931 год. Привет, Гарри! Что, пришел еще полетать на гиппогрифе, а? Ну, если можно. Хорошо, Гарри. Хороший мальчик.